Дорогие друзья, у нас сегодня продолжение учения, вероучения. Пожалуйста, откройте свои вот синенькие вот эти книжечки вероучения. Шестая страничка, второй раздел о Слове Божьем. Мы постараемся сегодня несколько тем пройти. И вот первая тема, которая сегодня мы остановимся, о Слове Божьем. Не зря эта тема, она вторая в книге о вероучении. Первая тема о Боге, потому что мы веруем в Бога, а вторая тема о Слове Божьем, потому что это важнейший и, точнее, единственный источник богопознания. И для верующего человека Слово Божие – это тот хлеб, без которого он жить не может. Поэтому в самом начале книги о вероучении содержится вот этот раздел о Слове Божьем. Ну, под Словом Божьим что мы понимаем? Здесь так написано. Мы веруем, что Библия, да, то есть канонические книги Ветхого и Нового Заветов. 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Вы понимаете слово «канонические»? Вот кто скажет, вот, что такое «канонические»? Мы все понимаем, но сказать не можем, да? Вот кто сможет сказать «канонические» это? Пожалуйста, коротко. Очень просто, которые вошли в канон. Следовательно, можно сказать, что есть неканонические книги. Или их называют иногда второканонические книги. То есть, вот есть издания, Библии издания, в которых содержатся так называемые второканонические книги. Ну, например, книга Ездры, третья книга Ездры. Или какие-то дополнения, касающиеся книг Ветхого Завета. Но как к ним относиться? Очень коротко я скажу, потому что это не основная тема. Есть три вида книг. Есть канонические книги, это заключенные в наше Священное Писание, второканонические книги и неканонические книги, или апокрифические книги. Вот апокрифическим книгам легче всего относиться, это просто вымысел. Вот сейчас появилось там Евангелие от Фомы, Евангелие от Петра и масса-масса всяких книг, которые претендуют на то, что это тоже Евангелие. Они называются апокрифическими книгами, то есть, которые вообще абсолютно читать нам не стоит, и интересоваться им тоже не стоит, в них ничего полезного нет, и чаще всего это просто выдумка человеческая. Но не чаще, а всегда это выдумка человеческая. Поэтому да не обратит вас никто никак и ничем в этом вопросе. И все эти нововведения, которые появились, мы даже не должны их и каким-то образом использовать. Но более сложный вопрос второканонических книг, которые вот иногда включаются вот в Ветхий Завет, издания некоторых Библий. К ним отношение такое. Кстати, это отношение и вот в нашем, ну как бы в моем понимании такое. И вот официальной церкви, кстати, вот, например, православная церковь тоже такое понимание, что это книги, которые полезны для нравственного обучения, но не могут являться источником вероучения и богопознания. Понятна мысль, да? То есть она книга хорошая, в общем-то ничего плохого в ней не содержится, но с точки зрения источника богопознания и вероучения ее использовать не надо. Поэтому в наше издание Библии она не включается. Вот. Мы не считаем их богодухновенными в той полноте, в которой богодухновенными являются остальные книги. Таким образом, Священное Писание Библии – это 27 книг Нового Завета и 39 книг Ветхого Завета. Я считаю, что каждый человек, начиная с 12 лет, должен знать наизусть название книг Ветхого и Нового Завета. И хорошо, если вы их все проверите, вы знаете их или нет, от Бытия до Откровения. Если вы их не знаете, конечно, это очень печально, и надо обязательно знать. В чем уникальность Священного Писания? Кто-то скажет, ну ведь священных книг много. Коран – священная книга, ну для мусульман, да? Какие-то там книга Мормона, для мормонов священная книга и так далее. Чем уникальна священная книга Библии? Чем она отличается от абсолютно всех остальных книг, которые есть на свете, которые были и будут? Уникальность книги очевидная. Это единственная книга, которая написана Богом. В смысле, богодухновенная. Как нам это доказать? Однажды я эту тему проводил среди детей, ну, лет по 12, и хотел показать вот эту мысль. И я взял листочки бумаги и каждому ребенку раздал. Ну, там не каждому, человек 20 я раздал эти листочки бумаги. И говорю, мы сейчас будем с вами рисовать человека. Значит, ты рисуй ногу правую, а ты рисуй ногу левую. Ты рисуй руку правую, а ты руку левую. Ты пальцы на правой руке, первый, второй, а ты второй, ты третий. Короче, у каждого была своя часть тела. У кого большой палец, мизинец и так далее. Все рисовали. Потом ты глаза рисуй, ты уши рисуй. И вот все они рисовали свою часть тела. А потом мы их собрали и пытались из этого сделать человека. Вы можете представить, что получилось, да? Ну, ухо было больше ноги, например. Глаз никак не помещался в лицо. И в конечном итоге мы не смогли это сделать.
Друзья, потому что люди рисовали каждый, как считал нужным. Вот чем уникально Священное Писание? Представляете, эту книгу писали почти 60 авторов на протяжении нескольких тысячелетий, которые были самого разного социального положения, от пастухов до царей, самого разного образования, да, от рыбаков до ученых, на разных языках, в разных культурах, абсолютно во всем разном. И когда эти книги сошлись вместе, то они как вот картина разрезанная, да, сложились в одну общую большую картину, не противоречащую друг другу, говорящую об одном и том же, продолжающую мысль одного другого автора. Как это возможно, если люди даже никогда не то, что не договаривались, никогда не встречались друг с другом и находились в абсолютно разных условиях? Как это возможно? Единственный ответ на этот вопрос – это возможно только в том случае, если у этой книги один автор. И мы верим, что это автор Бог, и он просто через разные источники, вернее, через разные средства он писал эту книгу. Другими словами, вот я, например, у меня есть тетрадка, я пишу ручку, она исписалась, я взял карандаш, дальше пишу и так далее. Но автор один. И также и Библия один автор на протяжении тысячелетий, пользующийся разными сосудами, как в послании Петра написано, писали святые Божьи человеки. Но не просто святые Божьи человеки, а кто помнит продолжение? Водимые Духом Святым. А Дух Святой не изменяется ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Поэтому уникальность Священного Писания в том, что она целостная книга. Она говорит об одном и том же, об одном разными авторами. Второе, что книга, вот Библия, она тоже уникальна очень, в том, что Бог свое слово хранит. Но эту историю я очень коротко расскажу, с некоторыми упрощениями. Ну, какое-то время назад, несколько десятилетий назад, один пастух там где-то в пустыне пас коз, у него козы куда-то разбежались, он пошел их искать, и вот он шел там по какой-то горе, по какому-то холму, и что-то, какой-то камешек уронил, он упал, камешек какую-то расщелину. И он услышал, что в этой расщелине что-то разбилось. Ну, было очень интересно, он спустился в эту расщелину и обнаружил там сосуды такие глиняные, в которых были свитки. Ну, известная история — кумранские свитки. И когда эти свитки были, ну, достали, то, в общем-то, весь мир замер. Почему? Потому что сейчас подтвердится, правдива ли наша с вами Библия, или это ложь. Потому что в кумранских свитках содержатся, оказались очень древние, ну, практически самые первые, ну, вот эти свитки, папирусы, в которых содержались ветхозаветние и новозаветние тексты. И вот теперь прошло, они пролежали в земле там 2000 лет, и теперь прошло время, и теперь мы должны сравнить. И, ну, конечно, это был трепетный момент, но и оказалось, что Бог свое слово хранит. То есть на протяжении этого времени Слово Божие не меняется. Истины, содержащиеся вот в этих древних свитках, истины, содержащиеся сейчас, они одинаковые, слово одинаковое. Какие-то расхождения в небольших словах, каких-то, может быть, там местами поменены тексты, в смысле вот так вот стихи. Но, в общем, сам смысл, сама идея, сами истины, они остались абсолютно одинаковые. Интересно, что до наших времен сохранилось гораздо меньше, то есть вообще почти не сохранилось оригиналов или копий ближайших, например, Гомера, допустим. Но сохранилось во много раз больше копий и оригинальных текстов нет, но копий, ближайших копий текстов Ветхого и Нового Заветов. То есть Бог свое слово хранит. И мы можем быть уверены, что читая нашу с вами Библию, мы максимально приближены к тем словам, которые действительно говорил Христос, которые действительно писали апостолы, что это не искажение. Кстати, в этом моменте даже положительную роль мусульманство сыграло. Потому что если бы не было мусульманства, то тогда, конечно, бы христианам труднее было бы сохранить Слово Божие. А тут представляете, какая ситуация? Если бы в Библии что-то изменилось, вот что-то бы изменилось в Библии, то мусульманцы, с своей стороны, бы сразу сказали: «А, меняете, да? Это, значит, у вас ложь там». И, конечно, это тоже хранило. И вообще с древности, ну, это мы не можем про это подробно говорить, с древности очень трепетное отношение к Слову Божию было, когда переписчики еврейские, они переписывали вручную Библию, когда они переписывали, то они должны были переписать, и даже если царь заходит в это время, а он пишет слово, он не имеет права оторваться, пока не допишет слово до конца, даже если царь заходит. И когда они переписывали страницу до конца, они должны были подсчитывать количество букв на странице, и если количество букв не совпадало с эталонным, просто количество букв не совпадало, то ошибку не искали, просто убирали текст, выкидывали и заново переписывали всю страницу. То есть должно быть абсолютно идентичная копия. Это был тяжкий труд,
И это было очень ответственно, но благодаря этому сохранились тексты. И еще, когда евреи, ну, в ветхозаветнее вот время, когда вот в синагогах приходили в ветхость вот эти папирусы, когда они приходили в ветхость, их нельзя было выкидывать, нельзя было сжигать, их упаковывали в такие специальные рулоны и в сосуды помещали, запечатывали сосуды и закапывали в синагогах. Поэтому огромное количество таких сосудов потом было найдено, в которых эти тексты сохранились. Ну, кто-то из них потерянный уже там от ветхости, а какие-то тексты сохранились. Поэтому уникальность Слова Божия в том, что Слово Божие, оно сохранено, ну, можно сказать, в неизменном виде до наших дней. Это тоже уникально. Ни одна книга мира всего такого не имеет. Еще вот две мысли про уникальность нашего вот источника богопознания, Слова Божьего, в том заключается, что влияние Слова Божьего на мир. Об этом очень можно подробно говорить, но нету времени. Огромное влияние на европейскую культуру оказало именно Священное Писание. Когда христианство стало распространяться, вообще фактически, вот наша европейская, американская, русская культура, это культура, которая полностью сформирована под влиянием христианства. У нас христианские ценности в народе, у нас христианские мысли, то есть это все источник из христианства. То есть большего влияния на мир никакая книга не оказала. Когда я вот только начал читать Священное Писание, я раньше очень любил читать литературу художественную и так далее, и вот когда я начал первый раз читать Священное Писание, я поразился, сколько много в Библии того, чего я раньше читал в литературе. И даже я помню, у нас в школе висел такой большой плакат: «Кто не работает, тот не ест». И кто автор, помните, да? Ленин. Написано: Владимир Ильич Ленин. А я читаю Священное Писание, и написано, что Павел сказал. Ну, Павел явно раньше жил, да, мы знаем историю немножко. А у нас по истории говорили тоже. Александр Невский сказал: «Кто придет с нам мечом, тот с мечом и от меча и погибнет», да? Это Александр Невский. Но удивительно, я обнаружил, что это не Александр Невский сказал. Эти записаны слова вот в Библии. Поэтому уникальность о влиянии Священного Писания на мир. Ну и еще одно уникальное такое интересное событие. Вот, друзья, вот сейчас у нас есть телефоны с вами, у нас есть автомобили, мы можем довольно быстро перемещаться между церквами. Я уже говорил, что в этом году Бог так дал мне милости быть вот на Сахалине, например, и всего-то мы полдня туда летели. То есть это довольно быстро. А вот раньше даже церкви, которые жили в одной местности, в Азии, например, там, допустим, или в Галатийской какой-то местности, они могли не иметь с собой общения, потому что они находились, ну, довольно далеко друг от друга. 300 километров, 400 километров – это большие расстояния, не каждый преодолевал их. Вот. И представляете, друзья, что по церквам вот апостолы писали письма. Вот апостол Петр написал письмо, апостол Павел написал письмо. Мы знаем, что не все письма апостола Павла вошли в Библию, да? Написано: «Прочитайте письмо, которое написал к Лаодикии». А где это письмо, которое он написал к Лаодикии? Куда оно делось? Его в Библии нету. Или он в первом послании к Коринфянам, пишет: «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Значит, было еще одно послание, да? Ну, вообще исследователи говорят, что было 4 послания к Коринфянам. 4. Вот, друзья, ну я иногда путаю, пока говорю 3, например, пока читаю. Друзья, мысль какая, что вот приходили множество писем. Вот в Ефесскую церковь пришли апостолы, и говорит: «Мы апостолы». А Христос потом пишет: «Пришли апостолы, которые назвали себя апостолами, а ты их испытал и нашел, что они не таковы, такие лжецы». И вот множество писем ходило, множество свитков ходило, разные люди писали. И вот в церкви приходили огромные, ну как бы множество всяких вот таких вот письменных свидетельств. И вот церковь читала их. И вы знаете, вот каждой церкви Бог давал мудрости отделить плевелы от зерен. И в каждой церкви потихонечку отсеивались небогодухновенные письма. Те письма, которые, возможно, были полезны на данный момент, но не имели вечного значения. Те письма, которые были написаны лжеапостолами. Те письма, которые были написаны апостолами, но они свою функцию уже выполнили. И потихонечку эти письма отсеивались. И оставались только те письма, те послания, те Евангелия. Вот это Евангелист Лука пишет: как уже многие начали составлять. А 4 Евангелия до нас зашло. И когда потом, уже через какое-то время, через 3 столетия, церкви собрались между собой на один собор, то с удивлением обнаружили, что почти во всех церквах Дух Святой повел таким образом, что для использования используют одни и те же тексты. И именно эти тексты вошли в канон. Кто-то говорит: а как канон образовался? Ну, наверное, собрались там какие-то люди, да, сказали: вот эта книга пойдет, а эта книга не пойдет. Друзья, нет. Это сама работа церкви, Духа Святого через церковь. Люди, читая Священное Писание, они понимали, что это не Божье, и они откладывали в сторону. А Божье оставалось. И так было по всему лицу земли. И когда они встретились, оказалось, что они читают одно и то же. И это было каноном. Да, потом были исследования, да, там потом по книге Откровения были вопросы, включать, не включать, по некоторым текстам. Но в общем и целом,
канон сформировался сам собою. Или точнее, Бог его сформировал. Это тоже определенное такое ведение Божие. И это тоже уникальное священное писание. Но в нашей книжечке с вами написано о том, что... Я даже подчеркнул здесь у себя, что при содействии Духа Святого Библия становится для христианина источником богопознания, вполне достаточным для познания истины и воли Божьей относительно жизни и служения. Друзья, вот это очень важная мысль, что Священное Писание, оно достаточно для спасения. Мы общались, я общался как-то с одним человеком, он другого вероучения, ну, свидетель Иеговы, и как-то мы с ним разговариваем, и там в журнале у него написана такая фраза, что кто читает Священное Писание и не пользуется публикациями Сторожевой башни, тот не может до конца понять Священное Писание. И я ему говорю, хорошо, вот давай представим ситуацию. Вот ты попал на необитаемый остров. Никаких книг нет, как Робинзон Крузо. И нашел себе Библию только, да? Нашел Библию. Достаточно ли тебе Библии до спасения? Этот вопрос заставил его задуматься. Сказать нет? Ну, страшновато. Но в Сторожевой башне написано конкретно так. Друзья, множество религий, огромное количество религий, например, ну, я не хочу что-то, какое-то там осуждение вносить, но просто, как мы раз об этом говорим, да. Друзья, огромное количество религий пользуются для толкования Священного Писания какими-то авторитетами, которых они ставят наравне со Священным Писанием. Да, мы тоже пользуемся толкованием Священного Писания, мы тоже изъясняем его, мы тоже привлекаем какие-то справочники, друзья, но ни одной книги на свете нет, ни одного автора нет на свете. И самых уважаемых нами братьев, и самых почитаемых с толпами нет ни одного, которого мы поставили бы наравне со Священным Писанием. Но есть веручение, например, допустим, адвентисты седьмого дня. У них вот Библия, Священное Писание. И наравне со Священным Писанием стоит дух пророчества, который есть Елена Уайт. Друзья, это то, что невозможно в истинном христианстве. Священное Писание, оно самодостаточно. Оно достаточно христианину для спасения. И человек искренне подходящий к Богу, он действием Духа Святого понимает Священное Писание, и оно ведет его к спасению. Мы слышали пример, Николай Степанович рассказал, как человек уверовал в тюрьме, имея просто несколько листочков Священного Писания, а Николай Ерофеевич Бойко только молитву «Отче нас». Но этого было достаточно для спасения его души. Потому что Священное Писание – это все, что нам нужно для спасения, оно там записано. Это тоже уникальное такое свойство Библии, и это очень важная мысль. И если в наше время, особенно в наше время, много таких вот, которые пытаются отвести нас от Слова Божьего, вот в послании к Колоссянам апостол Павел пишет, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданиям, по стихиям мира, да, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. И он возвращает верующих ко Христу. «Всякое откровение, противоречащее Слову Божьему, ложно». Это здесь тоже написано в нашем вероучении, это очень верная мысль, правильная, что если мы встречаемся с каким-то утверждением, с каким-то тезисом, с каким-то учением, которое говорит что угодно, самое красивое, самое хорошо, но это противоречит Слову Божию, это ложь. Вот мы в это веруем, и это мы утверждаем. Но этому это понятно. Друзья, и вот еще одна очень важная мысль. Прибавление к Слову Божьему и убавление, а также извращение текста при переводе или толковании влечет за собой строгое наказание от Бога. Кстати, это хорошее предупреждение проповедника. Когда проповедуем, да, надо проповедовать Слово Божие и не искажать его, а то худо будет. Вот, друзья, но что я хотел отметить. Друзья, вот опять вернемся к такому учению, к свидетелям Иеговы. Вот почему они издали новое Священное Писание, новый перевод, перевод Нового Мира. Почему-то они пошли на этот шаг. Это же довольно трудоемкий процесс и финансово затратный. Почему они на этот шаг пошли? Друзья, вот именно вот эта мысль, что Священное Писание, оно основание нашей жизни. Вот есть такой известный рассказ, я, к сожалению, забыл автора, в котором один человек, ну, он был строителем, и у него был сосед, которому хотел как-то навредить. И он не знал как, и он придумал один такую хитрость. Он ночью однажды выкрал его метр, вот строительный вот метр, и заменил на точно такой же, короче, на 1 сантиметр. Ну, разумеется, человек не заметил подмены, да? Он взял как-то, специально подготовился и заменил. Но у этого человека сразу начались проблемы в работе, да? Вот он замеряет окна, например, замеряет, приходит, делает, ну, отдает заказ, например, кто-то делает по своему уже метру. Ему приносит, а оно не помещается. Почему? И он не может понять. Он начинает ругаться с этими, кто ему делает. Потом вторая проблема, третья проблема. И он не может понять, почему все неправильно. Почему все искаженно. В чем причина? И через какое-то время, там к концу рассказа описывается, как он догадался до того, чтобы проверить эталон, по которому он строит.
И оказалось, что его эталон был подменен на 1 сантиметр. Вы знаете, я как-то взялся за труд с некоторыми братьями, и мы проанализировали вот перевод свидетелей Иеговы. Я не хочу об этом долго говорить, но есть искажения даже меньше, чем на сантиметр. Меньше, чем на сантиметр. Вот есть такой текст, для быстроты буду зачитывать, не забуду зачитывать, буду на память. Церковь, которую он приобрел себе кровью, как там дальше? Своею. У свидетеля Иеговы поставлено одно лишнее слово. Церковь, которую он приобрел себе кровью сына своего. Меняет это смысл или нет? Конечно. Если Бог, там написано, Бог, который приобрел себе церковь кровью своею, значит Иисус Христос это Бог. Но если Бог, который приобрел себе церковь кровью сына своего, это другой смысл. Еще одна мысль. Христос говорит разбойнику, ныне же будешь со мной в раю. Друзья, поменено всего с одного места на другое перестали двоеточие. Христос сказал разбойнику ныне, двоеточие, будешь со мной в раю. Есть разница или нет? Ныне будешь со мной в раю или ныне сказал, будешь со мной в раю? Друзья, иногда бывают незаметные искажения, но эти искажения могут привести к тому, что мы вероучение неправильно поставим. Поэтому очень важно вникать в Священное Писание и не пользоваться какими-то сомнительными переводами. Друзья, например, Христос говорит, ему говорят, кто ты? Он говорит, я есть сущий. Или такая мысль. В свидетеле Иеговы написано, ему спрашивают, кто ты? Он отвечает, зачем я вообще здесь говорю с вами? Есть разница или нет? Когда ученики говорят, что надо спалить эту деревню, потому что Илья так сделал. Вот, Христос говорит, вы не знаете, какого вы духа, потому что Сын Человеческий пришел не губить душу, а спасать. Там написано так. Они говорят, давай спалим. Он говорит, вы не знаете, какого вы духа, и пошли в другую деревню. Друзья, и таких текстов очень много. Очень много. И казалось бы, на первый взгляд их незаметно. Но начинаешь вникать, и там запятая неправильно стоит, и там двоеточие неправильно стоит, а там слово поменено местами. Друзья, и оказывается, ересь. Вот у меня есть цитата одного переводчика Библии на русский язык, который переводил вот новый перевод Нового мира, вот свидетель Иеговы. И он пишет, когда у нас возникали вопросы, и мы задавали в головной офис в Бруклин, туда, в Нью-Йорк, то нам приходил ответ, чаще всего такой, переводите так, как это сообразно с учением сторожевой башни. Друзья, Павел апостол сказал другими словами, будут искать учителей, которые льстили бы слуху. Друзья, вот она опасность современного мира. Найти то, перевод, как мне один брат звонит, знаете, и говорит, Денис, посмотри там погоду, можешь проверить, мне там с пчелами ехать, погоду посмотреть. Я посмотрел, говорю, слушай, дожди всю неделю. Он говорит, плохо. Я говорю, хочешь, я тебе другой прогноз поищу. Друзья, мы понимаем, что это смешно, но в учении почему-то так часто происходит. Человек послушал Слово Божие на собрании? Нет, это слишком строго. Нет, это не пойдет. Пойду там послушаю, где менее строго. Друзья, а какая разница, строго или не строго? Важно, истина это или не истина? Вот что важно. Поэтому, друзья, прибавление к Слову Божию, убавление от Слова Божия, вне зависимости от времени, обстоятельств, оно недопустимо. Вот как Слово Божие говорит, так мы должны веровать. И оно не меняется ни от культуры, ни от времени, ни от наших предпочтений, ни от чего-то другого. Друзья, вот это что мы хотели сказать, потому что вот в вероучении написано о Слове Божьем. Если какие-то вопросы у вас есть, то вы напишите записки. Сейчас у нас нету, к сожалению, времени, потому что еще есть тема, которую надо сказать. Это третья тема о сотворении мира. О сотворении мира. Мы веруем, что Бог сотворил небо и землю, солнце, луну и звезды, все видимое и невидимое, проявив свою вечную силу, могущество и многоразличную премудрость. Братья и сестры, было время, когда в мире и в нашей стране царствовал атеизм, и все считали, что человек и все остальное произошло путем эволюции. Как один человек сказал, мне гораздо легче поверить, что я произошел от обезьяны, чем что меня сотворил Бог. Верующий, слушающий его, сказал, мне тоже в это гораздо легче поверить. Ну, так себе ведет. Друзья, на самом деле, сейчас, хотя вроде как атеизм ушел на задний план, и вроде как сейчас много верующих, все равно идея, что Бог сотворил мир, что Бог сотворил Вселенную, она подвергается определенной критике, сомнениям и всячески разного рода,
преобразованием. Да? Кто-то считает, что инопланетяне прилетели и создали нас. Кто-то считает, что это случайность какая-то произошла. Кто-то считает, что это из какого-то другого мира. И тогда масса-масса теорий, масса очень всяких различных мнений по этому поводу. Друзья, мы веруем, что это мир видимый и невидимый человека, и все, что мы знаем, это создал Бог. Друзья, и вы знаете, этот, вот как раз вот эта тема, это не предмет доказательства. Очень сложно это доказать. Так же, как сложно доказать, что эволюция произвела или инопланетяне прилетели. Очень сложно доказать. Друзья, но очень просто, вот в моей личной жизни, я это говорю так. Вот когда мне человек говорит, как мир произошел, я говорю, Бог создал. Откуда ты знаешь? Я в это верю. Друзья, и чаще всего вопросы, они уходят. Хотя я скажу, что я сказал, трудно доказать, но доказательства есть. Известны 6 доказательств сотворения Бога, сотворения мира Богом. И еще есть некоторые доказательства. Ну, яркий пример, который вы, возможно, знаете. Были 2 ученых друга, ну, как притча уже, наверное, обросла всякими легендами эта история. И у них, это, один был верующий, другой неверующий. Вот они часто спорили по поводу создания мира. И вот однажды неверующий друг приходит к верующему ученому другу и видит на столе у него прекраснейшая такая солнечная система. Солнце горит ярко, вокруг планеты движутся. И он говорит, ну, где ты купил или кто подарил, как ты вот получил вот эту вот прекраснейшую такую вещь, модель солнечной системы. Он говорит, ты знаешь, я ее не покупал, мне не дарили, она сама получилась. Он говорит, как так? Да, говорит, знаешь, когда-то я купил детали, когда там у меня вот эта лампочка валялась, ну, потихонечку они притягивались, я смотрю, вот там вот годы проходят, они так как-то вот между собой, все. Вот. А вчера, я, говорит, проснулся, и все заработало, и закрутилось, и завертелось. Вот. Но тот человек понял намек, понял, говорит, что ты надо мной издеваешься? Он говорит, ну если сама модель не могла сама собой создаться, то как Вселенная могла сама собой создаться? То есть вот мы понимаем, что у каждой причины есть первопричина, и первопричина всего есть Бог. Мы веруем, что Бог сотворил небо и землю, солнце, луну и все видимое и невидимое. Друзья, в этом плане я хотел отметить одну мысль. Вот есть такая опасность у нас вот. Это опасность начинать объяснять чудеса. Вот один человек, ну он из самых добрых побуждений, хороший очень брат, на одном подростковом общении он стал объяснять, как вот Иона смог поместиться в кита. Вот, что вот есть такие киты специальные какие-то, у них там отсеки там определенного, вот он туда помещается, там и кислорода хватает, и не очень уютно, но в общем-то можно жить. Вот, объяснял, и когда он все это объяснил, в общем-то хорошо, интересно, и возможно даже это правда. Когда он все это объяснил, потом я после собрания подошел и говорю, теперь мне объясни, как Христос по воде ходил. Друзья, то есть, ну вот он одно чудо объяснил, ну да, теперь давайте все остальные чудеса объяснять. А как Гедеон солнце остановил, тоже надо объяснять, да? Наверное, там было тоже что-то, там какая-то, в общем, еще. Друзья, вот примерно в 16 веке такая зародилась идея объяснять чудеса Библии. Что вот Христос ходил по воде, на самом деле отмель там была. Это богословы пишут, богословы. Что отмель была, он шел по этой отмели, а Петр шел тоже по отмели, а потом оступился и провалился рядом, там подняли его на эту балку опять. Вот, то есть, друзья, это пошло вот это движение тогда, когда наука стала вот увеличивать свои, как бы сказать, размах, да, вот она стала прогрессировать, и вот верующие пытались соединить науку и Библию. Друзья, это совершенно не важно. Бог достаточно силен, всемогущ и всеведущ, чтобы просто сотворить чудо. Кит проглотил Иону, потому что Бог ему повелел. А как уж это было, друзья? Вот я сам далеко не против науки, я сам очень увлекаюсь наукой и люблю. Но, друзья, я понимаю так, что Бог в любую секунду, вот если Земля вдруг сейчас остановится по каким-то причинам, то мы все улетим, да ведь? Потому что мы же движемся со скоростью, вдруг Земля резко остановится, то мы все улетим. А Гедеон сказал, и ничего не улетело. А как так получилось? Ну, Бог так захотел, понимаете? Вот и все. Друзья, поэтому мы верим, что Бог сотворил небо и землю. А как Он сотворил? Вот словом сказал и сотворил, и все. О, прошу, да. Братья, я прошу прощения. Иисус Навин, конечно, сказал, да. Солнце остановилось, да, и оно остановилось. Друзья, мы в это верим, потому что так написано в Библии. И вот когда нам начинают объяснять, а вот 6 дней творения, это вот 6 дней физических, вот 6 раз по 24, или это 6 геологических эпох по миллиону лет каждый, или это еще что-то такое. Друзья, мы просто верим в Священное Писание. Бог создал землю за 6 дней. И мы даже это особо не объясняем. Друзья, Бог, мы верим в то, что Бог сотворил человека по образу своему и подобию своему. Мы верим, что Бог сотворил человека для, здесь перечисляется, для владычества над всем живущим на земле, для добрых дел, для прославления Бога и для вечной святой жизни
и блаженной жизни в непрестанном общении с Богом. Это цели, для которых сотворен человек. Почему мы об этом говорим? Потому что иногда люди говорят, зачем вот Бог создал мир? Вот почему так все плохо? Вы знаете, есть такая притча интересная, мне очень она нравится. Когда вот к Богу собралась делегация, и, ну, с жалобами вот на нашу жизнь, значит. И он говорит, ну что вам не нравится? Он говорит, они говорят, нам не нравятся войны. Ну хорошо, а что вам еще не нравится? Нам не нравится несправедливость. Угу. А еще? Ну грабежи не нравятся, а еще бедность не нравится, а еще? Ну они перечисляют. Все, да, все. Бог говорит, ну вам не нравится, не делайте. Друзья, вот знаете, вот Бог вот сотворил человека для вечной жизни. Он сотворил человека для общения с Ним. Он сотворил человека для прославления Бога и для счастливой, полноценной жизни. Христос сказал, я пришел дать жизнь, и я пришел дать жизнь с избытком. Друзья, то, что в жизни человека плохо, это последствия его греха. Не Божьего вины, а греха человека. Поэтому мы верим, что человек сотворен Богом на святую, вечную жизнь. И, к сожалению большому, не все люди этой цели будут, ну, как бы достойно, да, или не все люди этой цели достигнут. Но причина не в Боге. Ни один человек не сможет обвинить Бога в том, что он оказался не в том месте, да, и оказался в аду. Друзья, мы довольно быстро идем. Если у вас будут возникать вопросы, вы их, пожалуйста, записывайте и потом посылайте. Мы верим, что Бог сотворил ангелов. Мы верим, что Бог сотворил ангелов. Вы знаете, даже вот есть такое, ну, какое-то такое движение, материалисты, верующие материалисты. Вот они допускают существование Бога, но не допускают существование духовного мира. Вот это очень сильно проявляется на Западе. Вы знаете, вот в западном богословии, например, нету исповедания. Вот просто нету исповедания. Человек не идет к пресвитеру на исповедание. Почему? У них нету освящения, например, не освящают дома молитвы, допустим, не освящают пищу, не молятся над пищей, чтобы освятить именно, да. И нету вот таких определенных вещей, которые мы делаем. Почему? Они не верят в существование того, что вот вне нашего мира есть какие-то силы, которые могут на нас влиять. Друзья, мы верим в том, что есть ангелы и есть бесы. Есть те, которые ополчаются вокруг боящихся, и есть те, которые могут влиять на человека, если человек дает им доступ в своей жизни. Мы в это верим, и поэтому эта вера, она определяет наше поведение. Почему мы с вами категорически запрещаем заниматься оккультизмом, гаданием, астрологией и так далее, и так далее? Почему? Не потому, что это просто пустое времяпровождение, а потому, что мы верим, что существуют бесы, через эти действия мы можем пустить их в свою жизнь и потерпеть урон и стать одержимыми даже. Почему мы с другой стороны живем другой стороны, да, потому что мы знаем, что есть ангелы. Если мы будем бояться Бога, то Бог нас посылает ангелов, чтобы защищать нас. Ангелы Божьи всегда находятся пред лицом Бога Отца Небесного, радуются о спасении грешников, наблюдают за жизнью народов и детей, за жизнью церквей. Господь посылает ангелов для наказания наглых хулителей Бога. Хотя ангелы превосходят человека по своей силе, Слово Божие запрещает поклоняться им. Ну и здесь небольшой абзац про то, как появился враг душ человеческих, враг Бога. Превосходнейший из ангелов не устоял в истине и согрешил, сделался человек убийцем и был назван дьяволом. Вслед за ним некоторые из ангелов не сохранили своего достоинства и согрешили, за что Бог связал их узами адского мрака. Это как раз то, о чем я говорил, что есть ангелы, служащие Богу, которых Бог посылает на служение нам, и ангелы, которые служат сатане, ну, которых мы называем бесами. В этой связи есть один вопрос, который очень часто задают люди на общении. Кто такие сыны Божии, которые сошли к дочерям человеческим? Помните, да? Вот. В этой связи можно сразу ответить на этот вопрос, что мы считаем, ну лично я считаю, и я думаю, большинство братьев с этим согласны, что там идет речь не об ангелах, там речь идет о людях. Потому что там конкретно написано, когда сыны Божии сошли к дочерям человеческим, написано, Господь сказал, не вечно духу моему быть пренебрегаемым кем? Человеками. А пренебрегали как раз им вот эти сыны Божии, они называются человеками. В этом вопросе, друзья, у ангелов не могли рождаться дети, потому что Христос сказал, что ангелы не женятся и замуж не выходят. То есть это вот такая сфера. Это то, что касается ангелов. Вообще на курсах, вот на общебратских в Москве курсах, есть такой предмет, называется ангеология даже, где это учение рассматривается там очень обширно и подробно. Но для нас с вами достаточно сказать то, что мы с вами просто веруем, что они существуют.
знаем, что они не спасаются Богом, знаем, что поклоняться им не надо, и бояться их тоже не надо, потому что они послушны Богу и служат верующим. И у нас осталось несколько минут, очень короткая тема. Сразу мы давайте откроем страницу номер 20. Это не означает, что мы уже все так быстро прошли, да? К этой теме мы, к теме о человеке мы будем завтра переходить, она объемная тема. Мы ее на отдельное собрание оставляем. А сейчас мы переходим к теме номер 9 на странице 20 о воскресном дне. О воскресном дне. Друзья, мы с вами, евангельские христиане-баптисты, и, в общем-то, большинство христиан мира сего, мы веруем в то, что воскресный день – это день, в который Церковь Божия собирается, чтобы прославлять Бога. Друзья, есть учения, которые... Но не только адвентисты седьмого дня, но есть и баптисты седьмого дня, например. Но довольно малочисленная группа такая, адвентисты это больше представители, которые считают, что собираться для прославления Бога необходимо в субботу. Друзья, вот мы этого категорически не придерживаемся. Мы понимаем так, что суббота Ветхого Завета – это совершенно иной смысл, чем вот даже воскресенье Нового Завета. Не будет, неправильно будет сказать, что воскресенье Нового Завета – это просто... замену субботы Ветхого Завета. Это неправильно так сказать. Суббота Ветхого Завета символизировала для евреев покой. Что необходимо войти в покой. И в послании к евреям открывается, что для народа Божия остается субботство. Что это за субботство? Это тот покой, в который необходимо войти, чтобы успокоиться от грехов своих, от дел своих, от своей жизни. Чтобы обрести покой в Иисусе Христе. То есть, вот мы с вами живем, грубо говоря, ну так, грубо говоря, это неправильно сказать, обще говоря, в субботе. То есть мы, ну, верующие, те, которые искренне верят в Христа, мы вошли в субботу в покой Божий. Это то, о чем символизировала суббота Ветхого Завета. Она не переносится в Новый Завет совершенно никак. И тем не менее, в Новом Завете тоже есть некий день, который вот так вот библейски не утвержден. Нигде не написано, вы должны и обязаны в воскресный день собираться вместе. Такого нет. Но по многим свидетельствам Нового Завета мы видим, что Церковь Божия, она собиралась в воскресный день. Мы видим это и по Новому Завету, по деяниям апостолов очень много видим это. И мы видим это по жизни первых христиан из истории. И поэтому была вот эта традиция, которая вот так вот она сохраняется уже 2000 лет, она и в нашем братстве существует, что мы в день воскресный посвящаем его служению Богу. Во многих церквах нашего братства утром и вечером собрание, но в некоторых церквах только утром. В большинстве, ну в Краснодарском крае почти во всех церквах, наверное, утром и вечером. Друзья, и очень правильно и хорошо, когда мы в этот день полностью его посвящаем Богу. Сейчас пошла какая-то такая тенденция, вот я даже замечаю, но не очень активная, может быть не такая небольшая, но она такая вот уже тенденция какая-то есть определенная, с которой надо бороться. Что люди в воскресенье побыли на собрании, и после собрания они пошли по своим делам на рынок, на работу, еще куда-то. Друзья, это умаление Дня Господня неправильно. Я должен понимать так, что мы должны этот день посвятить Богу. Даже если нет собрания. Вот у кого-то вечером нет собрания. Что нам делать в этот день? Ну что, пойти заниматься своими делами? Друзья, есть масса дел Божьих. Мы можем кого-то посетить. Мы можем собрать какое-то общение. Мы можем сделать то дело Божье, которое мы не успеваем сделать на неделе, потому что мы сильно заняты. Друзья, и хотя, еще раз скажу, что это не суббота Ветхого Завета, но тем не менее для церкви, для верующих, это день святой и особый, в котором мы хотим особо прославить Бога. Друзья, в русском языке мы имеем такое преимущество огромное перед другими языками. Почти во всех языках мира это день солнца, да? Воскресенье это день солнца, Sunday в английском языке, там в немецком, не знаю, как звучит, но тоже день солнца. Друзья, и только в русском языке этот день называется как? Воскресенье. Это не просто название, это... прямое указание на воскресение Иисуса Христа. Вы знаете, в Первой апостольской церкви в воскресенье запрещено было поститься. Вот. Почему? Это день радости. Христос воскрес. В этот день нельзя было поститься. Ну, у нас такого правила нету, но определенный смысл в этом есть. Это день, когда христиане вместе собирались, они освобождались от трудов своих, и они собирались. И посмотрите, друзья, далеко не всегда было в такое время, когда воскресенье был выходной день. Далеко не всегда. Но Бог так устроил, что даже в безбожном атеистическом Советском Союзе воскресенье был выходной день. Друзья, это уже мир сам нам подсказывает, что этот день для Бога надо посвятить. И я думаю, что нам надо проверить свои сердца, свою жизнь, чтобы воскресенье нам тоже
как здесь написано, мы чтим день воскресный как особый день, в который церковь собирается для совместного поклонения Богу и изучения Священного Писания. Вот такие три темы мы сегодня с вами прошли. Да? Это тема о Слове Божьем, тема о сотворении мира и тема о воскресном дне.